Солнце, лодки, ветер, рыбную ловлю, наверное, не зря сравнивают с медитацией. Забыть о проблемах и посидеть в тишине с удочкой. Ну, почему бы и нет? Но есть люди, для которых рыболовство – это не просто удовольствие, а спорт. И лучшие рыболовы Могилевщины в конце лета приезжают в агрогородок Горы Горецкого района на Кубок Замковой горы. Здесь, у водохранилища Запрудье, говорят люди, хороший характер. И соревнования по ловле хищной рыбы уже стали местной традицией. Вода, природа. Я и зимой, и летом, и осенью на рыбалке всегда. Это очень прекрасно. Соревнования по рыбной ловле – это событие в агрогородке Горы. Торжественное открытие, много людей, площадки для игр и своя азартная рыбалка. Для всех, без исключения. На Запрудье, кстати, популярна и зимняя рыбалка. Озеро и его окрестности зимой прекрасны. Когда лед крепкий, на середину водохранилища местные люди ездят на конной подводе. Рыбаков на льду здесь хватает, даже в мороз и ветер. Но с январской стужи в августовское жаркое лето. Лучшие спортсмены-рыболовы Могилевщины собрались в Горецком районе. Всего три десятка команд. В общем, каждому из нас, кто здесь находится, кто сейчас сядет в эти лодки, если забрать у него вот эту лодку, вот это озеро, ну, наверное, жизнь утратит какой-то смысл. Вот так. Смешные и неожиданное название команд – стиль этих соревнований. Давайте познакомимся. Вы кто? Мы команда «Не то пальто». Боже мой, это же про рыбалку. При чем тут пальто? Потому что она не то. Пальто может быть и не то, а рыбалка, считают мужчины, это как раз то, что нужно. В рыбалке есть, наверное, адреналин от вываживания рыбы, от поимки, от поиска ее. Ну и удовольствие, конечно же, которое непередаваемое, я не знаю, как это передать, удовольствие от рыбалки. Среди участников рыболовных соревнований, кстати, есть и женщины. Они признаются, что рыбачками стали благодаря увлечению своих мужчин. И с ловлей рыбы справляются не хуже их. То есть вы теперь не только чистите и жарите рыбу, но... Я ничего не жарю, я только ловлю. Если честно сказать. Ну как же так? Ну не люблю я это вот ковыряться. Мне вообще, по сути, рыба не нужна. Мне главное вот поехать на водоем ее поймать. Я готова ее всю выпускать, мне все равно до нее, до самой рыбы. А я думала, у рыбалки смысл рыба? Нет, нет. А в чем смысл? Удовольствие. Кстати, у этой рыбалки есть исторический фон – сама Замковая гора. Горы известны с 15 века, и в начале 17 века местечко получило даже магдебургское право. Сегодня горы – это агрогородок, где рыболовное соревнование становится интересным сельским праздником. И, конечно, природа. Беларусь – одна из, наверное, немногих стран мира, которая бережно относится к природе. И тот уровень сохранности и первозданности, который сегодня есть у нас, у белорусов, дает нам право гордиться этим. Спиннинги с лодок участники забрасывали 2 дня. Те, кому повезло, уже в первые часы соревнований показывали с лодок окуней и щук. Но победителям, паре из Могилева, ничто не помешало наловить почти 10 килограмм рыбы и взять кубок Замковой горы. И, как говорят рыбаки, всем на будущее ни хвоста, ни чешуи.